Вначале делегация научно-клинического центра посетила детскую поликлинику на Курчатова. Посмотрели отделение профилактики, центр детского здоровья. Затем приглашенные специалисты отправились во вторую поликлинику, поговорили с врачами. Ирина Макарова и Игорь Лашманов рассказали об основных направлениях работы и планах на будущее. Мы посмотрели сегодня с вами детскую поликлинику. Сейчас мы побывали в цеховой поликлинике. Я повторяю, что здесь уже те направления, те задачи, которые перед нами ставит агентство, они уже реализованы на очень высоком уровне. Поэтому Северск просто их возьмет за основу, еще может направить потом своих коллег для более детального изучения вопросов и внедрит у себя. Визит представителей Федерального сибирского научно-клинического центра ФМБА России в наш город – это первый небольшой, но очень значимый шаг в реализации пилотного проекта. Его цель – выстроить взаимодействие между центрами ИЗОТО по одним лекалам, которые впоследствии смогут перенять подведомственные учреждения закрытых городов в присутствии Росатом. В каждом лечебном учреждении проблемы, в принципе, как и всей медицине, свои. Но каждое медицинское учреждение находит выходы из сложившейся ситуации по-разному. Поэтому посмотреть опыт других лечебных учреждений, чему-то поучиться, со своей стороны поучить другие лечебные учреждения, это всегда хорошо. И вот по поручению руководителя Федерального медико-биологического агентства гости к нам приехали, посмотрели. Завершили насыщенный день подведением итогов в управлении КБ-50. В ближайшее время саровская делегация отправится в Северск с ответным визитом. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.